Привет! Давайте посмотрим, какая у меня игра «Дети Каркасона». Ну, давай посмотрим, что у тебя за игра. Оба-на! Давай! Ой! Вот такая у нас игра. Там есть инструкция. Которую мы сейчас читать не будем. Не будем? А ты нам расскажешь правила? Ну ладно, почитай. Нет, давай лучше ты расскажешь. Зачем я буду читать это долго? У нас есть вот такие карточки, которые мы собираем в колоду. Давай, да? Они именно вот такие. Ну, переворачиваем, мы их все переворачиваем. У нас тут они разных цветов. Красных, зеленых. Это кто? Желтый. Человечки? И голубых. Это человечки, а там еще нарисованные, ну вот, зеленый человечек. Давай, вот, выбираем. Ты каким цветом будешь играть? Я буду играть, наверное... Ну, давай быстрее. Синим. А я тогда красными. Достаем мне я красных. Буду играть. Достаем. Там есть еще красный? Один. Есть красный, да? Так, что мы теперь делаем? Теперь надо взять из этой стопочки карточку и поставить. Так, теперь давай рассказываем про правила, да? Например, мы берем карточку. У кого-то, например, зеленые человечки. Не, ну давай не так. Зачем нам про зеленые, которых мы не взяли? Наша задача вот из таких карточек сложить закрытые дорожки. Дорожки должны быть закрыты с двух сторон, да? Либо вот первая тут конец у нас идет в крепость, конец дорожки. Вот сюда ставь дальше. Так, вот колодец. И когда мы закрываем дорожку вот эту, вот, да? Можно ставить первого человечка. Но мы зеленых не играем. Нарисован зеленый. Но если мы ими не играем, мы его все равно не ставим, а продолжаем играть. Продолжаем играть, да? Так, так. Синий. Вон, появился твой синий. Вот, ты поставила карточку, с одной стороны закрыла. То есть мы должны строить дорожки, закрывать свои дорожки с цветом своих человечков, но при этом смотреть, чтобы соперник не закрыл свои дорожки, да? Кто быстрее поставит своих человечков на все игровое поле, тот что сделал? Выиграл. Надо всех человечков расставить по полю. Ну подожди, подожди, ты же еще там не закрыла? Давай. Так, у меня, вот, смотри. Я пока ставлю вот так. У меня пока дорожка не закрыта. Давай, твоя очередь. Вот. Вот у нас пример закрытой дорожки, на которой бежит... Вот тут крепость, а вот тут какая-то ферма. Да. И я могу поставить. Тут две стороны вот, закрыты. Я беру следующую карточку. Так, я закрываю с одной стороны. Давай, твой ход. Так. Ну, думай. Угу, ты мне не закрыла пока. Так, а я вот сейчас возьму, вот так, закрою. Сколько на моей дорожке человечков? Две. Две девочки. Я ставлю два человечка. Два мальчика. Мальчика? Это мальчики? Да, это мальчики, видишь? Хорошо, давай дальше ставь. Бери карточку. Так. Так, вижу. Ты сейчас хочешь закрыть синего, да? Да. Так, а у меня красных больше... А, вон у меня красный. Вон и там. И вот. А, и вот. Так. Я сейчас равно побеждаю. Да, ты думаешь? Потихонечку. Так, где там у меня красный? Я закрываю и ставлю красного вот сюда. Думай, думай, думай. А потом, если я закрою... То сколько сразу ты поставишь? Три! Да это что? Вот эти. Раз, два, три. Прикольно. Ходи. Х.
хожу. Так, я могу закрыть. Что же мне закрыть? Я закрываю вон там. Так. Ой, подожди, что-то я неровно поставила. Так у меня все синие попадаются. О, все синее. Кстати, еще если закольцевать, сделать кольцо, то это тоже считается закрытым. Да? Ага. О, смотри. Хочешь, я тебе помогу? Нет. Нет? Ну и пожалуйста. Тогда пойду к себе помогу. Вот. И тем самым красные вырываются вперед. Раз. Два. И тем самым синих четыре выставляются. Ну ты крутая. Поровну пока идем? Да. Да? Барабанная дробь. Классная игра? Да. Так, какая у меня тут карточка? Где красные? Красные, где на поле? Нету. Нету? Ну тогда я вот так поставлю. Давай. Синий есть. Синий есть? Ну. О, красный появился. Так, ты закрыла себе, нет? Нет, я тебе не буду помогать. Ты сказала, не надо. Вот так поставлю. Так. А, ты закрыла, нет? Нет еще. Нет, смотри, у меня один и два. Если я тут закрою, а у меня я вон поставлю два. А у меня вон, смотри, красный появился еще один тоже. Если я тоже закрою, у меня тоже будет вон там. Давай. Ну, что там? Ты еще себе подставляешь? Ха-ха-ха! А что ты радуешься так? Подожди, еще не все закончено. Я себе тоже подставляю. Кто же первый выставит все фишки? Ну, Дарья Михайловна. Что, все? Это твоя победа? Да!